Плавание – это не только спорт, это образ жизни, уверен Матвей. Ученик Одинцовской спортивной школы Олимпийского резерва достиг немалого. Он – призер чемпионата Московской области и первенства Центрального федерального округа. Обычно прихожу, час занимаюсь на суше, после чего прыгаем в воду. Разминочка у нас километр и остальное 6-7, ну нет, 5, я думаю. 5-6 у нас серии и так далее. Под чутким руководством тренера шлифуют технику. Здесь не бывает мелочей и важна каждая деталь. Психологическая устойчивость спортсмена – еще одно важное условие победы. Целеустремленность ему помогла, конечно же, терпение, трудолюбие. Да, то есть это каждый день с утра до вечера плавать в бассейне, конечно, это надо выдержать. И, конечно, чуть-чуть везения. Матвей любит повторять: ежедневные тренировки – ключ к достижению успеха. Спортсмен никогда не прогуливает занятия и максимально выкладывается на дорожке. Одно первенство позади, а впереди часы тренировок и новые победы. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».